Вратами северо-восточная часть Азербайджана была вратами между континентами. Здесь, в тени великих Кавказских гор, скрываются неизведанные красоты. Древние ледники, глубокие ущелья, удивительные горные озера и головокружительные водопады. Богатейший по своему разнообразию мир животных и растений. Это Шахдаг во всей своей красе. Январь. Бесконечные толщи снега перемещаются свирепыми ветрами над горными вершинами. Могучая гряда Кавказских гор протянулась с запада на восток более чем на 1000 километров. Она расположена на границе Европы и Азии между Черным морем и Каспием. Это один из 25 самых богатых биотопов на планете. Поэтому здесь, на просторах горного хребта Большой Кавказ, в 2008 году был образован Шахдагский национальный парк, самая большая природоохранная территория Азербайджанской республики. Общая площадь национального парка составляет более 1300 квадратных километров. Национальный парк охватывает административные территории Исмаилинского, Губинского, Гусарского, Габалинского, Огусского и Шамахинского районов. Именно здесь расположены наиболее мощные вершины гор Азербайджана. Вершины, которые поднимаются ввысь более чем на 4000 метров. Чарундаг, Базар-Юрт, Туфандаг, Шахдаг. И, конечно же, самая высокая гора Азербайджана – Базар-Дюзю, чья высота составляет 4466 метров над уровнем моря. Базар-Дюзю на азербайджанском языке означает «рыночная площадь». В старину немного восточнее горного пика, на территории долины реки Шахнабад, каждый год устраивались крупные ярмарки. Многочисленные торговцы направляли свои караваны на этот ориентир. Теперь же горы Шахдага – царство заповедной природы. Кавказские тетерева холодной зимой почти все время проводят под снегом. И только 2 часа в сутки, покинув свое снежное убежище, они кормятся. Кормятся быстро, жадно. Если птиц не беспокоит, тетерева после активной кормежки здесь же снова зарываются в снег. Обычно птицы кормятся утром, сразу после восхода солнца, и вечером, перед закатом. Но иногда при сильном похолодании тетерева покидает свое снежное убежище за сутки всего лишь один раз. Кавказский тетерев – древний эндемик этих гор. Нигде больше, кроме Кавказа, он не встречается. Это постоянный обитатель высокогорья. Он живет только в альпийских лугах главного Кавказского хребта на высоте от 1500 до 3500 метров над уровнем моря. Лисица знает, что там, где тетерева, снега не бывает много, а значит, есть шанс на успешную охоту. Рыжая плутовка не надеется поймать осторожную птицу. Она охотится на более доступную добычу – полевку. А тетерева, на всякий случай, для большей безопасности, перелетев на соседний склон, готовится к дневному отдыху.
Мороз за минус 20, поэтому ближайшие часы тетерева проведут, как обычно, под снегом. Лисица продолжает охоту на полевок. И не без успеха. У нее великолепный слух. Писк мыши она слышит за сотни метров. Лисица ведет одиночный образ жизни. Индивидуальный участок, который занимает эта рыжая хищница, должен обеспечивать ее не только достаточным количеством корма, но и в будущем пригодными для устройства нор местами. Поэтому чужаки безжалостно изгоняются. Мышевидные грызуны – основной корм в меню самого маленького четвероногого хищника Кавказа – ласки. Одетая в белоснежную зимнюю шубку, элегантная, стремительная и отважная ласка преследует свою добычу всюду, в том числе и в узких подземных ходах и норах, не оставляя для мышей никаких шансов на спасение. Домовый сыч – еще один меофаг. Так ученые называют всех охотников за мышевидными грызунами, мышами и полевками. Эта небольшая, милая сова живет довольно широко – в Центральной и Южной Европе, Северной Африке и Азии. Но только на Кавказе она забирается так высоко. Мы обнаружили ее в горах на высоте 3000 метров. Водопады Шахдагского национального парка зимой замерзают. На долгие месяцы живая вода превращается в удивительный, внезапно остановившийся на лету прозрачный храм Снежной Королевы. Звенящее безмолвие этих ледовых замков кажется бесконечным. Пока первая капля, пробужденная мартовским солнцем, упав к подножью уснувшего водопада, не разбудит его.
вода вырывается из плена скованных морозом горных ущелий и стремительно бежит вниз. Прозрачная, как хрусталь, чистая, обжигающая холодная вода горных рек Шахдага. Только горная форель может жить в таких водах. Ее любимые места обитания – узенькие стремнины, малые реки и их притоки. Единственной птицей, живущей на берегах горных рек зимой, является аляпка – водяной воробей. Уникальная птица, которая бегает под водой по дну горной реки так же хорошо, как трясогузка по земле. Питается водяной воробей разнообразными водными насекомыми, а в них нет недостатка на дне реки в любую пору года. Живет в горах Кавказа птица, места обитания которой вплотную примыкает к ледникам. Это кавказский улар. Еще один эндемик этих гор. Птицы живут на крутых склонах с большим количеством скал, обрывов и осыпей, которые чередуются с настоящими альпийскими лугами и низкорослыми кустарниками. Кавказские улары круглый год держатся в альпийском поясе выше 2500 метров над уровнем моря, и лишь мощные зимние снегопады заставляют некоторых птиц спускаться немного ниже. Главные враги улара – крупные пернатые хищники, особенно беркут и бородач. Весеннее оживление у уларов начинается в марте. Самцы везде следуют за самкой. Между конкурирующими самцами происходят ожесточенные бои. Птицы сталкиваются друг с другом, нанося удары клювом и лапами. Одержав победу, улар прогоняет соперника с территории. К одним из наиболее высокогорных животных, обитающих на границе альпийской растительности и снегов, относятся туры. Это настоящие хозяева снега и скал. Животные обитают на скалистых уступах и крутых горных склонах на высоте от 800 до 4200 метров. Великолепное чувство равновесия. Цепкость копыт и отличная реакция делает туров замечательными скалолазами. Малейших зацепок и шероховатости скал достаточно им для продвижения по отвесам и карнизам. Более легкие и стройные самки в этом отношении превосходят самцов. Может быть, поэтому старые самцы обычно ходят поодиночке, либо небольшими группами. Туры чрезвычайно неприхотливы. Они поедают практически все растения высокогорья. Зимой они вполне обходятся высохшими кочками трав, добавляя к скудному рациону мхи и лишайники. Густой и теплый зимний пух позволяет турам выдерживать жестокие морозы высокогорья. Туры часто залегают в снегах или на ледниках, и даже на острых гребнях. В летнее время врагов у туров мало, так как в районах их летних обитаний хищники редки. А вот зимой волки могут охотиться на туров. На охоте нос, а не уши или глаза – первым подсказывает волкам, где нужно искать добычу.
По ветру они улавливают запах даже самого мелкого животного, находящегося в 1-2 километрах от них, когда его еще и не слышно, и не видно. Волки наиболее часто воют зимой. Именно в это время хищники держатся наиболее сплоченными и многочисленными группами, что облегчает коллективные охоты на крупных копытных. В марте, выйдя из берлог, медведи обследуют все лавинные выносы в поисках погибших за зиму туров. По долинам рек в Среднегорье на высоких скалистых обрывах гнездятся птицепадальщики, стервятники, черные грифы, бородачи, беркуты. Сюда же приходят лисицы и шакалы. Только вольно парящим над горными вершинами Шахдагского национального парка орлам дано увидеть, как рождается река Шахнабад. Тающие от ослепительного солнца ледники капля за каплей образуют легкие водяные ручейки, сбегающие по склонам друг к другу. Ручейки объединяются в кристально чистые ручьи, которые устремляются на равнину. Жизнь реки Шахнабад начинается с этих горных бурных потоков, зимой и летом несущих под днищем долин холодную прозрачную воду. Среди всех здешних горных массивов наиболее уникален Шахдаг, царь-гора, 4243 метра над уровнем моря. Не случайно именно он дал название национальному парку. Гора эта имеет как бы несколько этажей. Последние представлены пологими террасами вместе со скальными выходами или просто с гребнями. Таким образом, обилие ступеней и гранитных образований делает гору Шахдаг похожей на вызывающий восхищение огромный замок. Легенда гласит, что гора Шахдаг названа в честь шаха Аббаса Великого, правившего в конце 16-го, начале 17 веков, который однажды разбил свой лагерь на склонах этой горы. Ровная площадка, где был установлен шатер государя, называется Шахдюзю – равнина шаха. Согласно этому же преданию, берущая свое начало из снегов на вершине Шахдага река Шахнабад названа в честь супруги Шахаббаса. Каждый камень здесь помнит времена, когда сюда приезжал шах со своей женой Набад. На широкой высокогорной долине между Шахдагом и Туфандагом проводились скачки или листания. На летние ярмарки съезжались жители горных селений. Через перевалы с юга приходили торговцы из Лагича и Габалы. С востока – жители Хыналыга и Крыза. С запада – через перевал Гаранлык из Южного Дагестана, горцы высокогорного аула Куруш и других селений, славящихся своими мастерами и товарами. Первым вершину горы Шахдаг покорил геодезист, гляциолог, исследователь Кавказа Андрей Васильевич Пастухов. В
1883 году Пастухов провел картографирование Кавказа в районе вершины Шахдаг, вверх по реке Самур. Работа заняла все лето. Ее результаты были высоко оценены, но сам Андрей остался недоволен тем, что ему так и не удалось достигнуть вершины. Через 10 лет, в 1892 году, он вернулся в эти места и совершил победное восхождение на вершину Царь-горы из ущелья Шахдаг. В 1935 году на Шахдаг поднялась сводная рота курсантов Бакинского пехотного училища. Поход продолжался двое суток, и 26 сентября рота достигла вершины горы. Альпийские луга необыкновенно красивы. Нигде природа не представляет таких резких контрастов, такого смешения красок, как здесь. Великолепные луга, покрытые разноцветным бисером цветущих трав, перемешаны здесь то с голыми мрачными скалами, то со склонами, простирающимися на целые километры и состоящими из одних осыпающихся камней. Остатки снежных лавин нередко целое лето лежат, окруженные зеленым растительным ковром. А вверху громоздятся одетые в снега скалы. В течение весны и лета одни цветущие растения сменяются другими, отчего склоны приобретают различные цветовые оттенки. Среди горных круч Шахдагского национального парка живут самые редкие орлы. Беркуты – наиболее активные пернатые охотники здешних мест. В поисках добычи они могут пролететь не один десяток километров. Самый крупный из орлов – бурый гриф – часто гнездится на деревьях, укрытых от сторонних взглядов отвесными скалами. Бородач или ягнятник – пожалуй, самый высокогорный пернатый хищник Кавказа и один из самых редких. В настоящее время бородач относится к повсеместно охраняемым видам, но еще недавно в районах разведения овец отношение к этим птицам было резко отрицательным. Само название «ягнятник» появилось потому, что пастухи считали, что этот хищник убивает овец, сталкивая их с уступов скал в пропасть. Впоследствии ученые-орнитологи установили, что бородачи питаются только падалью. В Шахдагском национальном парке в настоящее время это один из самых заметных орлов. Ближайший родственник бородача – стервятник. Отвоевывает кусок пищи у своих сородичей и спешит к гнезду. Гнездятся стервятники на скалах на разной высоте, и в качестве гнезд им служат небольшие отверстия, дыры или пещеры. Эта пара стервятников загнездилась под навесом скалы, который защищает их от дождя. Отложенные два яйца насиживаются обоими родителями в течение 42 дней. А спустя 80 дней после рождения молодые птенцы покинут родительское убежище и начнут летать. Альпийская галка встречается в горах от границы леса до самых вершин. Галки вместе с клушицами часто парят над скалами крупными стаями.
Одной из наиболее интересных и малоизученных птиц высокогорий можно назвать большую чечевицу. Только с середины июня начинается песенная активность самцов. Поздние сроки гнездования больших чечевиц связаны с тем, что эти исключительно растительноядные птицы выкармливают птенцов семенами сложноцветных. Верхние зоны горных хребтов Кавказа, узкие, тенистые, с обрывистыми отвесными скалами ущелья, родина краснобрюхих горехвосток. Одна из самых необычных птиц высокогорий – стенолаз краснокрылый или альпийская роза. Благодаря узору на крыльях она напоминает в полете огромную дневную бабочку. Вся эта красота дополняется мелодичным пением, напоминающим звучание флейты. Нередко в поисках пищи они поднимаются на высоту до 5000 метров. Красные маки в горах Шагдага продолжают волшебную эстафету смены цветов альпийского луга. Альпийские луга здесь с ранней весны и до конца лета напоминают красивый ковер, усланный пестрыми цветами. Каких только оттенков тут нет. Нежные, насыщенные, светлые, темные. Здесь не встречаются растения больших размеров, потому что им попросту не хватает времени для роста. Растения альпийских лугов растут даже между скалами, где практически нет плодородной почвы. Низкорослые представители высокогорной флоры привлекают к себе внимание насекомых-опылителей яркими крупными цветами и сильным благоуханием. По долинам рек высоко в горы проникают одни из искуснейших охотников в мире насекомых – богомолы. Своих жертв они ловят сильными передними ногами, покрытыми острыми шипами. В конце лета богомол-самец активно ищет самку, а найдя ее, пытается очаровать даму сердца замысловатым танцем. При этом богомол-самец должен помнить, одно неверное движение с его стороны, и самка может съесть самца, приняв его за лакомую добычу. Ниже альпийских лугов начинается волшебный пояс горных лесов. Сначала это чистые и смешанные буковые леса. А в нижней полосе лесного пояса основными породами являются граб кавказский и дуб иберийский. Их спутники – бук восточный, ясень обыкновенный, клены, липы кавказская и широколистная – граб восточный. Мир животных Кавказа также чрезвычайно богат.
Его разнообразие, как и богатство всей природы Шахдагского национального парка, обусловлены географическими особенностями региона. Каждая климатическая зона имеет собственную флору и фауну. Многие животные Северного Кавказа в силу малой численности популяции нуждаются в охране. Спасение редких видов животных и растений – одна из главных задач особо охраняемых природных территорий Азербайджана. 108 видов животных, обитающих в Шахдагском национальном парке, включены в Красную книгу Азербайджана. Тектоническое озеро Гаранахур находится на высоте 1540 метров в горном районе Исмаилы. Летом в далеком 7 веке. Джаваншир вошел в историю Азербайджана как выдающийся полководец и мудрый государственный деятель, который в очень сложное время смог восстановить и сохранить независимость страны, и как талантливый дипломат, умевший мирным путем разрешать проблемы, возникавшие в его взаимоотношениях с арабами, византийцами и хазарами. Развалины построенного им дворца на реке Акчай в 4 километрах от деревни Талыстан до сих пор знамениты как крепость Джаваншира и являются гордостью Исмаиллы. Предполагается, что от этого оборонительного оплота имеется подземная дорога, вырытая от крепости до расположенной в 7 километрах девичьей башни. Но секретный тоннель до сих пор не найден. А во дворе крепости все еще растут уникальные цветы и декоративные растения. Свидетельство внимания и любви к флоре одной из жен храброго Джаваншира. В 1862 году ткач из Баскала Насир Абдул-Азиз Оглу, вернувшись из Лондона, писал: «Британские женщины не дали возможности, чтобы люди смотрели на одну Келагаи. В один момент они все раскупили. Я был сильно удивлен. Если б знал, то я бы взял с собой в Лондон побольше платков». Келагаи – азербайджанский национальный женский головной убор. Представляет собой шелковый платок из некрученных нитей местного изготовления с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском. Еще в средние века на территории современного Азербайджана существовали небольшие предприятия по производству келагаи. В информации Георга Форстера, относящейся к 1784 году, отмечается, что до 400 тонн шелка отправлялись из Шервана в Астрахань. Важная часть того шелка приходилась на долю Баскала, и келагаи занимал главное место в этих рядах. В этот период времени, наряду с городами Гянджа, Шуша, Шики, Баскал был одним из крупнейших азербайджанских городов-производителей шелка. И по сей день в Азербайджане жива традиция производства келагаи. Центром его является Баскал, живописное селение близ Шамахи.
В ноябре 2014 года на 9-й сессии ЮНЕСКО традиционное искусство и символика Кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мастеров. Удар за ударом, словно не замечая времени, творит медник. Мисс Герляр. В уличных медно-чеканных мастерских работа кипит весь день. Своими молоточками мастера выбивают узоры, посвященные доблестным воинам, охоте или просто красотам природы. На каждом изделии автор вплетает в орнамент личное клеймо, имя, дату и место изготовления. Чеканщики честно продолжают дело предков и бережно хранят традиции. Город древних мастеров Лагич. В 18-19 веках Лагич был одним из главных центров производства медной посуды и холодного оружия. В конце 19 века в Лагиче насчитывалось свыше 180 мизгеллярских мастерских. Уже с тех времен они демонстрировали свое искусство за пределами родины. Один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира – Лувр – хранит медную посуду из Лагича. А в Бернском музее можно увидеть ножи, винтовки, сабли и кинжалы лагичских мастеров, богато украшенные инкрустацией из дорогих камней и восточным орнаментом. Сегодня Лагич – историко-культурный заповедник, часть международного туристического маршрута «Великий шелковый путь». А медное производство в поселке Лагич Исмаилинского района Азербайджана в 2015 году включено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Ночь приходит в горы внезапно. Темнеет как-то сразу, и только бледная луна выхватывает из темноты очертания самых разнообразных животных. Ночная жизнь Шахдагского парка полна сюрпризов.
Кабан обитает повсеместно, за исключением высокогорных скал и осыпей, но чаще всего в лесном поясе. Их сезонные миграции и суточные кочевки связаны с обилием и доступностью корма. Рысь предпочитает верхнюю часть леса и субальпийский пояс. Она не прочь полакомиться кабаном. Вопреки распространенному мнению, рысь не нападает на свою жертву, прыгая с дерева, хотя лазает по деревьям великолепно. Этот зверь предпочитает бесшумно, с необычайной осторожностью подкрадываться к ней, а затем нападать большими прыжками. Реже он терпеливо подкарауливает потенциальную добычу в засаде около тропы. Волки живут там же, где и рыси. Два этих хищника пересекаются редко, но все-таки неприятные встречи случаются. И в большинстве случаев рысь избегает контакта, так как осознает преимущество волка. С наступлением ночи выходит из своего подземного убежища еще один лесной четвероногий хищник – барсук. Ночная заповедная жизнь продолжается. Горный ветер часто просыпается вместе с рассветом. Его легкие дуновения встречаются с огнем, и языки вечного пламени продолжают бесконечный волшебный танец с новой силой. Огонь горит в любое время года и в любую погоду. Азербайджан – страна огней. Храм огнепоклонников Атижгях в поселке Сураханы и природный вечный огонь Янардак, горящая гора Апшеронского полуострова – самые известные, но не единственные огненные места Азербайджана. На Шахдаге также есть горы с вечным огнем, места, где таящийся в недрах земли природный газ выходит наружу. Солнечные лучи нового дня падают на вершину горы Баждак, пик Гейдара Алиева. Этот пик – одна из наиболее почитаемых в современном Азербайджане горных вершин, расположенных в предгорьях скального массива Гызылгая. Восхождение на пик Гейдар-Зервяси в преддверии дня рождения Гейдара Алиева уже стали доброй ежегодной традицией. Из года в год увеличивается число желающих принять участие в этих восхождениях, что является ярким примером проявления уважения к памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. А природа Шахдагского национального парка живет своей заповедной жизнью.
Летом взрослые самцы кавказских туров держатся самостоятельными группами. Самки с молодняком отдельно. Туры мало кочуют. Отдельные стада могут держаться в определенных урочищах десятилетиями. Туры пасутся ночью на горных лугах, спускаясь до верхней границы лесов. Для отдыха выбирают места, с которых далеко можно заметить приближение врага. Животные часто посещают саланцы. Соль для туров является необходимостью, а потому соленые источники ими регулярно посещаются. Сюда же приходят и волки. Волки знают и используют особенности горного рельефа, водных преград, каменистых осыпей, завалов. Копытные тоже освоили различные приемы избегания хищников: уход вверх по склону, формирование крупных стад. Каждая волчья семья отдает предпочтение более доступной жертве, обитающей в пределах ее охотничьего участка. Для одних семей это олень, для других – тур, для третьих – кабан. Погоня за турами у одинокого волка не удалась. Приходится довольствоваться мышами. Начало октября. Разгар турнирных боев между самцами оленя. Рев оленей начинается примерно со второй половины сентября и длится около двух месяцев. Олени борются между собой за право продолжить свой род ради преемственности жизни. Такая задача и у Шахдагского национального парка. Только задача эта поистине планетарного масштаба. Не утратить преемственность жизни всей первозданной природы Кавказских гор.